Входим в пещеру, а прохлада чувствуется очень издалека уже. Очень интересно, река протекает. И вот такие огромные своды. Это там люди. И вот там птичьи гнезда. Наверху. Здесь очень много видов птиц. Конечно, они летают. Камера не успевает их ловить. Прямо через пещеру течет река. Пещера не совсем обычная. У нее есть открытые своды. И сквозь отверстие видно небо. Вот уж действительно здесь понимаешь, почему с древнейших времен люди считали, что именно пещеры осуществляют связь между тем, что под землей, и тем, что над землей, небом. А в этой пещере жили люди еще 70 тысяч лет назад, в эпоху неолита. Это одна из самых крупных пещер Болгарии. Ее протяженность более 2,5 километра. Вот здесь ее план. Мы, конечно, находимся еще только в самом начале. Здесь такие мощные своды и очень светло. В Болгарии вообще очень много пещер. И есть такие, в которых можно передвигаться только по световым дорожкам. Вот уж действительно темнота, хоть глаз коли. А вот здесь, как говорят болгары, в христианизме располагался, по разным сведениям, либо секретный военный склад, либо просто бензохранилище. И вот эти грандиозные круги, два их, это, говорят, остатки от основ, от огромные-огромные такие цистерны. На моем канале есть видео и о других пещерах Болгарии. Например, про Орлову Чуку, в которой работает потрясающий гид. Он проводит экскурсии одновременно на русском, английском, французском, итальянском языках, да еще и при этом великолепно поет во время экскурсии.
Так что смотрите видео о пещерах Болгарии и других чудесах этой страны.